Груви. Всем хай! С вами Юджин, и мы сегодня будем снова играть в Boxman Struggle. Мы в прошлый раз неплохо так продвинулись. Мы уже вот аж где, над магнитофоном, на который нам надо запрыгнуть. Вы серьезно? Я решил, что больше я не выхожу из себя. Что бы ни произошло, например... Ладно. Ну, бывает такое, да? Сделал шаг и тут же оступился. Но благо, мы не выходим из себя. Смотрите, мы забрались. Лайк! Прямо сейчас! Ой, страшно, я что-то не готов. Давай! Че, я просто не прыгнул, интересно? Засал, что ли? Ладно, вот тут у нас были проблемы некие. Не хотелось бы мне возвращаться вниз. Все-таки я очень занятой человек, у меня нет времени этим заниматься, понимаете? Вот. Правильно, надо правильно себя мотивировать. У меня нет на это времени. Это и работает. Хорошая игра, у меня времени нету. Я чё сказал? А у игры нет времени выслушать все это дерьмо из моих уст. Ох, игра, знала бы ты, как мне легко в тебя играть. Как легко тебя проходить. Ты жалкая, и мне жалко тебя. Поэтому я иногда задерживаюсь, чтобы полюбоваться. Знала бы ты, игра... Как легко мне тебя проходить. А. Вся моя жизнь промелькнула сейчас перед глазами. Я прожил хорошую жизнь. Окей, мы вернулись в самое начало этого видео. Теперь мы можем играть, раз мы размялись нормально. Можно играть. Все, я обещаю, я не взбешусь ни разу. Я вот прям буду контролировать себя. Просто покерфейс. Я вообще не теряю контроль. Стоп. Опа. Ребят, мы здесь вновь. Полет Валькирии! Знала бы ты, игра, как легко мне в тебя играть. Мы забрались. Тут ошибок уже быть не может. Разве что немножко. Встали. И наверх. Да почему? Что за прыжок? Не бесимся. Блин, ну давай. Урод. Точнее, классный парень в коробке. Хотя... Ты бы не был в коробке, будь ты не урод. Fucking bitch. А, еще ниже ушли, да? Нормально. Дно. Знаешь ли ты, игра? Как легко мне в тебя играть. Здесь надо просто перевалить. Вот так. Перевалить и не перевалить куда не надо. Стоп, как же здесь-то быть? Давайте как следует подумаем. У меня только видится вот перевешиванием вот этим вот. Единственный способ, да. Я больше ничего не вижу. Как еще? Как по-другому там надо? Ну ладно, потеря невелика, мы уже здесь, в принципе. Ведь в эту игру очень легко играть. Ну давай. Что это было? Что за прыжок уродский? Здесь не прогадай. О, фак. No. Ладно. Тактика была правильная, мы усвоили. Играть легко. Делаем. Опа! Знаете, эта игра несправедлива. Вот когда мы падаем, она играет свой джаз, типа такой, ну ты просрал, лошара. Тогда, когда я делаю хорошие какие-то вещи, которые продвигают меня, нужна какая-то музыка поощрительная. Поскольку она не вставила, я вставлю свою. Так, ну здесь у нас, конечно же, проблемы. Проблем нет! Настоящий прогресс, друзья. Настоящий. Неподдельный. Я даже не знаю, куда... Воу! Тварь! Я примерно что-то такое подозревал. Это, скорее всего, просто чтобы мы...
Да, это чтобы нас слить. Слить в унитаз с нашим дерьмом вместе. И чтобы мы плевались потом. Ой, нет. Или да! Как понять? Игра бесит только тем, что не объясняет точно, куда нам нужно идти. Смотрите, но если мы пойдем наверх, попытаемся, конечно же, пойти, то там не видно, куда дальше путешествовать. Может, все-таки надо в трубу? Давайте в трубу, ладно, и рискнем. Рискнем, но если игра меня сейчас это нахлобучит, я не ручаюсь за себя. А, нет! Я сам виноват, игра. Я сам это сделал. Я сам! Но нам достаточно всего лишь разок туда прийти, чтобы пройти это место. Оно легкое. Ведь игра легко играется. В целом, я уже знаю и немножко спокоен. Я знаю то, что я не упаду в самое начало отсюда. Только надо очень сильно лохануться, чтобы упасть. А я этого не намерен делать. Потому что уже все. Этот этап пройден, мне кажется. Пошел! Ох, как прям встал. Давай! А, молодец! Погодите, я не помню, как там здесь, как там физика распорядилась. One way. Только туда. Короче, здесь трюк такой. Нам придется немножко себя свесить вниз. Чуть-чуть. Давай. Стоп. Как учили? Стоишь? Никто не замечает удар. Никто не знает, что ты собираешься. Хоп! Выпад! Хоп-выпад! Не готовь удар. Все силы сконцентрировал. И правильно дышать. Вот. И все сразу... Все негативные эмоции вышли. Потому что ты только что избил воздух. И у воздуха теперь синяки, и тяжелые переломы, и травмы. Эта тварь будет долго залечивать. И будет всю жизнь помнить. То, как ты ему навалял, Евгений, воздуху. Блин, да как же, вот, я знаю, всего лишь раз надо пройти, и я пойму, насколько это было просто. Так же просто, как вся эта игра, в которой, ну, очень легко играть. А, погодите, голова кружится. Слишком сильно сдержал гнев, он решил найти другие выходы. И я чуть не обосрался. Я думаю, эта игра и не догадывается, как легко мне в нее играть. Клянусь, ребят, для меня нет ничего сложнее в этой игре, чем вот это место, чем эта ракета, этот знак. Блин, все, не злимся. Да нету ничего сложнее здесь, ничего. Да больно! Больно! Стараюсь применить более агрессивную тактику. Агрессивная позиция. Позиция контроля над всем. Окей, встали. Да. Блин! Да что такое? Ладно. Все-таки рано или поздно я это сделаю. Вот сейчас. Пошел! Окей. Есть! Ну неужели? Все, обратно в обычную позу расслабленную. Садимся. Дальше требуется от нас расслабление, контроль эмоций. Считай, ничего не было, ничего не произошло. Вернулись на исходную. Даже этот, казалось бы, чертовски сложный кусок оказался очень легким. Так. Что ты будешь делать, говно?
Ладно, нормально. Все, на исходную. Черт! Вот ты сраная пружина! Даже не пришлось поправлять себя. Есть, мы пришли! Все, давай вниз. Сливайся с говном вместе. Погодите, а мы бы реально с этого ребра? Мы так еще не пробовали. Попробуем, да, вот сюда оттолкнуться. Есть! Что? Что это за... По сопле какой-то я вытаскиваюсь. Ладно, как скажете. Ой, я ж думал, что меня очень жестко обманули. Куда? Камера! Она следит за мной! Видите? Я думаю, нам сюда нужно, да? Прошу, не подставляй меня. Ох, грузовик. В чем это он? В пене какой-то. Дальше камень. О, в арке такую штуку, если долбить, получаешь металл. Ну, давай. Я уже не знаю, что может быть сложнее, чем то, что мы уже с вами прошли. Это что, банан торчит? Или какой-то бивень? Мамонт, я не знаю. Опа! Слушайте, я вообще даю. Ну это я даю, ребят. Я даю, а вы принимаете. Опа. И? Окей. Пожалуйста, лампа должна быть рабочей. Она висит на веревочке, да? Прикольно, она так зудит. То есть, гудит точнее. Зудит-то у меня в очке. Сейчас. Окей. Ой, как много ламп. А вот здесь мне сделают, да, очень плохо моей душе, моей психике. Не теряем самообладание. Лайкосиков. Нет. Лайка быстро понаставили. Я стараюсь. Смотрите, они что хотят, чтобы мы прям в трубу попали. Кто сказал, что это сложная игра? Ведь в нее очень легко играть. Видите, это радиовышка. Это было в Game Over. Это самая последняя стадия в игре. Не считая астероидов наверху. Это типа где-то рядом чувак одновременно в коробке пытался забраться на свою вершину. Прикольно. Ну, если это, конечно, так. Че, неужели мы за сегодня пройдем это все? Опа. Тут не хочется переборщить, но... Ну это... Блин! Там... Вы видели? Там можно на дом запрыгнуть. Но я не буду пытаться это сделать, потому что это нереально. Давайте снова челлендж с лампами. А, нет, нет, нет. Че за кал? Высокий прыжок получается вверх. Вбок прыжок получается, видите, я максимально оттягиваю. Посмотрите, какой хреновый прыжок. И это вызывает у меня сомнения в том, что разработчик адекват. И все-таки по уровню фрустрации эта игра не переплюнет Game Over. Ни капли. Все дело в механике. Из-за того, что там у тебя просто каждую секунду контроль над молотком, и любое твое действие мышкой, оно влечет за собой последствия. Тебе приходится постоянно быть в напряжении. Мышцы не могут расслабиться. Оттого и ты, когда начинаешь злиться, ты меньше контролируешь свою руку. Здесь же она у тебя отдыхает постоянно. Считай, твоя рука полетела на море отдыхать, когда ты играешь в эту игру. Единственное, что бесит, это вот наблюдать, как ты скатываешь, просто кубарем катишься. Вот так, вы признали, ребят, как это сильно злит. Вот это вот. И ты не можешь ничего сделать. Ничего. Смотрите, смотрите. Ну что за урод, а? Что это за прыжок? Там еще одна такая лестница на крыше. Люстра наверху? Че за... О, блин! О, блин! Нет! Прям в ямку. Ну, вот туда. Вот сейчас. Прошу. Вот это бесит, когда идеально встал. Зачем она скользит? Ну кто это придумал? Зачем? Что это за... Я на полную, прости меня, мышь. Но я на полную тебя оттягивал, а ты не прыгала. Прыжочек.
Ладно, значит, тут мы больше не дергаемся. Все, воздух получил, тварь такая. Играючи, давай вперед, 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 вперед. Давай, будем направлять тебя сейчас. Яростно. О, впервые на топор не запрыгнул, надо же, все, я начинаю злиться. Запрыгнул. Стоп. Ай, как... Слил! Я настоящий мужчина. Значит, я не боюсь скулить, как скотина. Я не боюсь скулить! Я смелый и храбрый. Я буду скулить! Уф! А, стой! Стой, не дергай. Дергай ручкой своей дурацкой. Идеально запрыгнул. Все? О, я сбил этот желтенький шарик. Все, последняя попытка, я уже не выдерживаю, все. Я должен хоть немножко вот чуть на другую вот лампочку запрыгнуть, и будет вообще идеально. Дойти до ламп. И выключить нафиг запись видео. Все, не могу. Блин. Что мне ударить? О, есть, встал, хорошо. Все, теперь надо дойти до новой лампы. Или хотя бы до последней, которая новая. Ага. Да. Да! Есть! Весь негатив, который я сдерживал, весь выпад внутри тебя, я выплеснул в радость. Удовольствие получено. Мы с вами добились. Мы прошли лампы. Боже мой. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, я заслужил лайка. Ставьте его. Ставьте их много. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик и все уведомления включить, чтобы не пропускать новые эпичные видосы. Это просто эпические видосы у меня выходят в последнее время. С вами был Юджин. Люблю вас всех. Обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, всем пять!